Итак, друзья, всем привет! Зрители канала Work and Travel и в первую очередь те люди, которые пишут комментарии. Это видео для вас. Крайнее мое видео, которое я выложил, когда Джанхави с Андрианом приехали ко мне в гости сюда, в Вирар, посыпалась куча разных комментариев. Но в большинстве своем они были не очень приятные для прочтения. И я не буду сейчас каждому отвечать на комментарии, как это делал я раньше, чтобы поднять статистику видео. Я просто решил записать вам это видео и сказать одно в первую очередь. В первую очередь это то, что я вас просил подписаться, точнее смотреть мои видео на Дзен-канале. И почему-то вы этого не сделали. И там просмотров буквально 116 просмотров на крайнем видео. Хотя это видео собрало 3500 просмотров. И на этом видео 84 комментария. А на Дзене вы не оставили... Вы... Один человек написал комментарий, и мне просто очень неприятно, что мои зрители меня игнорируют и не хотят как-то вот этот вот интерактив создавать. Поэтому я очень вас разочарован. В последующем, скорее всего, я не буду выкладывать видео на YouTube-канал. Вот что касается моей семьи, я не буду выкладывать видео на YouTube-канал. Также хотел сказать, что я очень разочарован в вас. И, скорее всего, я не буду вообще выкладывать свои ролики на YouTube. Тогда, раз вы не цените мой вклад, вот то, что я делаю, я получаю очень много каких-то осуждений, каких-то, вы знаете... Я не буду читать эти все комментарии, серьезно. Я просто вас разочаровался, друзья. Я вас попросил как есть. Сказал, поддержите меня на других платформах. ВКонтакте группу я создал очень много лет назад. И сейчас я ее хочу поднять, эту группу. Тоже загружаю туда те же самые ролики. А что у меня в итоге? У меня 54 подписчика, и то у меня 47 уже было. То есть подписалось буквально несколько человек, и все меня игнорят и как будто не слышат. И мне очень противно, что я делаю, блядь, эти ролики, а вы меня и хейтите, и что-то пишете мне свое мнение. Мне не важно то, что вы пишете свое мнение. Мне это наплевать, потому что оно никак не поменяет ситуацию в целом. А то, что вы пишете, вы хотя бы сами что-то сделаете для этого. Вы только можете со стороны все это, блядь, смотреть, комментить. Мне это не очень приятно, поэтому если видео и будут загружаться, то будут загружаться только на Дзене. И вот смотрите теперь там. Не хотите, не смотрите. Все, это была последняя капля удачи. Также у меня есть и телеграм-канал, куда я выкладываю много чего интересного, фотографии. Но я не знаю вообще, зачем вы это смотрите, зачем вы тратите свое время, зачем вы комментируете это. Мне это непонятно. Если хотите стать частью канала, если хотите стать друзьями канала, друзьями этой семьи, вы можете сделать что-то более полезное, чем просто вот писать вот эту дичь какую-то. Это мне действительно неприятно. Я сейчас понимаю Джанхави, почему она не хочет во всем этом участвовать, потому что, блядь, много дерьма сыпется. И просто забейте себе в голову, что никакому автору это не будет приятно. Вот, если даже и будут выкладываться ролики, тогда будут комментарии скрываться, чтобы запрет будет на эти комментарии, чтобы вы не могли писать вот это всякое дерьмо, из которого у вас льется. Пожалуйста, если у вас столько дерьма, ну, не надо его распространять в этот мир. У меня позитивный канал, у меня много позитива. Вы там пишете всякую чушь, вы пишете то, что вам в голову приходит. Но никто не знает правду, потому что правду знаю только я. Вы вообще ничего не знаете. Я вам то, что показываю, вы смотрите, но вы не знаете вообще ничего. И вы пишете всякую дичь. А то, что я вас попросил сделать легкие действия, просто элементарно подписаться на другую платформу, смотреть там. Почему, блядь, один комментарий написали, а здесь написало 84 комментария? Я вот этого не понимаю. Если вы действительно хотите поддержать канал, смотрите на Яндекс.Дзене. Теперь ролики будут выходить там. И все. И ни слова больше. Потому что вы меня игнорите. Вы не мои зрители, действительно. Я вас разочарован. Все, мне больше нечего добавить. И сами сделайте вывод для всего этого. Мне не очень приятно, действительно. Самое интересное, что я ни от кого не хочу ничего ожидать. То есть ожидания рождают в себе вот эти вот разочарования, какое-то плохое настроение, потом болезни все эти у нас
У нас почему мы все болеем? Потому что мы ожидаем чего-то от других, потом разочаровываемся, потом депрессируем, и начинается вот этот вот стресс. Ну, в общем, все болезни от ожиданий. Ребят, я реально не хочу ни от кого ничего ожидать. Просто вам покажу статистику. Вы сами сделаете вывод. И погнали. Это видео с Яндекс.Дзена. Вот, смотрите, 3 сентября я его загрузил, 2024-го. Итого, 116 просмотров, а время просмотра составляет 10 часов 30 минут. Теперь посмотрим на Ютубе. На Ютубе 3600 просмотров, время просмотра 455 часов. 455, представляете разницу? Разница в 45 раз. 46, как я вам и говорил в прошлый раз, 46 раз, это охеренная разница. Поэтому, друзья, если вам не сложно, действительно, просто подпишитесь на канал Яндекс.Дзен и заходите туда каждый день. Я буду выкладывать видео каждый день, если вам это нравится, если вы реально фанатеете от нашего канала, если вам нравится видеть Андриана, Джанхави, нас всех вместе. Но вот единственное, что прошу, не вмешивайтесь в нашу жизнь, ничего не советуйте, не рекомендуйте. Если у кого-то есть, конечно, какие-то идеи, если вы хотите в гости приехать, если вы хотите познакомиться, если вы хотите что-то сделать вместе, какую-то коллаборацию, мы вообще всегда открыты, мы всегда за. Я никого никогда не игнорю, я всем всегда отвечаю. Но вот что я вам хочу сказать, просто не вмешивайтесь в нашу жизнь. Просто не надо писать эти комментарии, действительно. Этими комментариями вы показываете другим людям, что они могут писать точно такие же комментарии. И это не очень хорошо. Читать вот этот вот весь бред, действительно, вы же ничего не знаете. Если вам нравится семья, окей, без проблем. Можете позвонить, передать привет, по видеосвязи позвонить, как-то пообщаться. Я не хочу тоже прибегать, вот то, что я отвечаю людям на комментарии, пишу иногда грубые вещи, но вы только провоцируете меня своими комментариями. Но я не хочу никого действительно задеть. Я понимаю, что вы, может быть, хотите свои там 5 копеек вставить, но действительно, вы могли их вставить уже давно на Яндекс.Дзене. А на Яндекс.Дзене всего один комментарий, а здесь 84. Но действительно, мне как автору очень неприятно. Потому что вы не слышите меня, что я вам говорю, и чем вы действительно можете помочь каналу Яндекс.Дзен. Я вам не буду сейчас рассказывать свои какие-то планы на будущее, но скоро вы будете видеть нас намного чаще. Намного чаще нашу семью вы будете видеть вместе, поэтому, друзья, я вас всех призываю переходить на Яндекс.Дзен, также подписываться на группу ВКонтакте, если вам тоже не сложно. Все эти ссылки, вся информация, она под каждым моим видео. Все, что вам нужно, это зайти под видео, я вам сейчас покажу, как это делается. Вы просто заходите. Вот вместо того, чтобы заниматься тем, чем мы занимаемся, каким-то хейтом, как-то неприязнь какая-то у вас ко мне, к моему каналу, я вам сейчас покажу просто. Вот, вы заходите, например, да, на любое мое видео, открываете это видео и вот сюда нажимаете на надпись «Еще». Вот, под надписью «Еще», вот, нажимаете еще раз на «Еще» и показывается вся информация. Вся информация, она есть под видео. Вот, например, то, что я занимаюсь товарами из Индии, моя ссылка, группа в Телеграме. Вы там пишете, что он бездельник, ничего не делает. Нет, это не так. Вы обо мне вообще... Вы смотрите мой канал, и вы вообще ничего не знаете. Как так можно, друзья? Первое, вы меня не слышите. Вы не делаете то, что я вам говорю, действительно. Я вас прошу, как зрителей, смотреть меня на Дзене, вы этого не делаете. Мне очень, очень печально за вас. Это сделало только сколько? Ну, 116 просмотров, 116 человек. А вас 3500 просмотрело на Ютубе. Вот почему вы так поступаете? Не очень хорошо, мне непонятно. Поехали дальше. Вот, лекарства. Лекарствами я занимаюсь теперь. Отправляю разные лекарства в разные страны. Вы знаете то, что Индия – это страна номер один по производству лекарств. И сейчас в России все лекарства, они становятся все менее доступны. Вы знали об этом? Если нет, то проснитесь. Потому что лекарства нужны всем и каждому. А здесь помимо
обычных лекарств. Также есть еще аюрведические лекарства и многое другое. Поэтому вот, вся информация под каждым моим видео. Я не знаю, зачем я это делаю, но вы кроме себя, вы ничего не слышите. Я вам еще раз напоминаю, если вы хотите узнать меня лучше, просто прочитайте вот здесь вот в описании то, чем я занимаюсь. Если вы также хотите в Индию приехать, вот, смотрите, тут можно, ну, начиная с оформить визу, с оформления визы, да, вечная сим-карта, обмен денег, я не знаю, там, если вам нужно какое-то жилье, там, мотоцикл, скутер, машина, вы не бойтесь, пишите, обращайтесь. Вот чем реально помогу, чем смогу, тем помогу, как говорится. Ну вот и все, все, что я хотел сказать. Это обращение к вам, к подписчикам канала Work and Travel. Люди, которые смотрят впервые, может быть, они поэтому так реагируют. Может быть, поэтому они пишут эти комментарии. Но вы-то смотрите уже давно. Я вам просто говорю сейчас о том, что как автор, которому не хочется делать... Не хочется снимать мне больше свою семью, но я это буду делать не ради вас, не ради контента, как вы пишете, а просто ради того, чтобы мой сын сможет посмотреть эти видео через несколько лет, он сможет понять то, но он может, сможет себя увидеть, он сможет понять, что происходило в тот момент, каким все это было. Вы бы хотели посмотреть видео из своего детства, например, вопрос к вам. Если да, то, друзья, поддержите меня на Яндекс.Дзене, в Телеграме. Все вот эти ссылки я вам сейчас покажу. Все эти ссылки давно есть. Есть вот они, видите? Телеграм-канал. Телеграм-канал индийских товаров. Яндекс.Дзен. Группа ВКонтакте. Инстаграм, Ютуб, Рутюб, Фейсбук. Вот это на подарок для сына. Это действительно, если кому-то это хочется сделать... Я никого не призываю к этому, действительно. Если у вас есть какое-то желание это сделать, вы всегда это можете сделать. Но я ни у кого ничего не прошу. Единственное, что я прошу, читайте описание к видео и смотрите это видео на Дзене, не на Ютубе. Друзья, Ютуб уже пару лет мне не платит никаких денег. Поэтому я считаю это ненормально, что я вот выкладываю видео, и у меня нет никакой монетизации. Но на Яндекс.Дзене, я вам честно хочу сказать, есть какие-то копейки, они все-таки начисляют. А эти копейки, ну, их недостаточно. Если бы все люди с Ютуба начали смотреть меня на Яндекс.Дзене, тогда бы я очень обрадовался, потому что этих бы денег было достаточно, чтобы, я не знаю, переехать, например, поближе к сыну и проводить с ним время. Поэтому, если вам не сложно, я вас призываю еще раз, смотрите мои видео на Яндекс.Дзене и, возможно, получится как-то зарабатывать через Яндекс.Дзен. Поэтому поддержите канал. Вот, я рад, что вы досмотрели это видео до конца. Тем, кому нужна посылка из Индии, аюрведические лекарства, одежда, бижутерия, специи, не знаю, да все что угодно. Но самое главное — это лекарство. Вот, тоже переходите в группу Телеграме. И все, я был рад вас всех видеть. И в ближайшее время, наверное, я буду выкладывать ролики только на Яндекс.Дзен и в группу ВКонтакте. Поэтому, ну и на Рутубе, соответственно. Поэтому переходите на все эти три платформы. Я очень рад вас всех видеть. Еще раз прошу прощения, если я кого-то обидел или расстроил. Но, пожалуйста, не расстраивайте меня как автора. Мне очень неприятно, что я выпускаю эти видео бесплатно. Мне никто за это не платит, а вы еще пишете столько негатива. И мне не очень приятно, честно. И Джанхави было тоже не очень приятно читать, когда вы раньше писали все эти комментарии. Поэтому рот на замке и смотрим молча. Комментарии отключу, значит.